minutes. Так, ну что ж, смотрим пятую задачу, и что нам здесь нужно сделать? У нас есть страна Тунгриндия, у них там валюта Тугры. И в этой стране, как обычно, есть ВВП, и это ВВП как-то меняется. Мы хотим, соответственно, ну, страна хочет, чтобы ВВП росла со скоростью 10% 20 лет, и предполагается, что за это время показатели отношения госдолга, точнее, ВВП к госдолгу в 3 раза увеличится. Ну, давайте немножко здесь разберем. То есть у нас, допустим, есть некоторые ВВП, у них изначально нулевое, да? У них есть некоторый госдолг, ну, типа там, давайте напишем, D1. Нет, это нулевое. Соответственно, вот это есть некое соотношение, мы не знаем какое, но они предполагают, что будет рост, ВВП вырастет насколько-то, наверное, как-то и долг изменится, и у нас должно вот это отношение измениться в 3 раза. Ну, допустим, было, соответственно, вот столько. И должно, например, стать вот столько. То есть мы ожидаем, что у нас будет вот это отношение. Ну, вот если, допустим, мы возьмем уже Y, соответственно, 20, да, и поделим на D20, то есть должно, соответственно, быть в 3 раза разница. Но, как и бывают ошибки, соответственно, у нас на самом деле получилось так, что ВВП росло не на 10% в год, а всего на 10 миллионов тугров в год. Но фишка в том, что за 20 лет все равно она утроилась. То есть, смотрите, хотели, чтобы утроилось именно отношение ВВП к госдолгу, а по факту утроилось само ВВП. Вот. Ну и у нас есть какое-то количество вопросов, мы сейчас посмотрим, как на них отвечать. Ну давайте пообщаем под буквы А. Рассчитайте темп прироста реального ВВП страны за 2013 год. Ну, чтобы нам посчитать вот этот момент, давайте сначала просто ВВП посчитаем, это нам сильно жизнь облегчит. Представим себе, что у нас ВВП X. Давайте у нас ВВП X. Это понятно, что мы ВВП X представили? Ну, я думаю, ничего страшного. Да, это легко. Да, значит, ВВП X у нас получается, мы представили, и дальше мы, соответственно, растем 20 лет подряд на 10 миллионов тугров. Получается, чтобы нам... И мы, соответственно, через 20 лет и утроились. Получается, мы пишем x плюс 10, плюс 10, плюс, ну, вы уже поняли, 10. И, соответственно, так у нас получается сколько? 20 раз. Вот так 20 раз. И, соответственно, здесь у нас получается... Ну, это то же самое, как x плюс 10 умножить на 20, да? Соответственно, у нас получается вот эта величина 3x. Ну, тогда легко можем найти, что x равняется чему. X равняется у нас 100. Таким образом, получается, что у нас ВВП всего суммарно равняется 100. У них изначально так было. И, соответственно, чтобы нам найти прирост за 2013 год, нам нужно воспользоваться вот такой простенькой формулой. Смотрите, за 2013 год это что получается? У нас y за 13 минус y за 12 поделить на y за 12. Ну, что получается? У нас есть все данные, которые нам нужно, можем решать. Для этого... Найдем y 13, было 100, помните у нас, и, соответственно, у нас 13 лет росло по 10. Итого получается 230. Y 12 у нас что получается? Было 100, 12 лет росло по 10. Итого 220. И теперь, чтобы найти темп прироста за 2013 год, нам нужно что сделать? 230, отнять 220. Поделить на 220. Ну, это примерно у нас получается будет равно сколько? Если очень постараться, можно посчитать. Вот такая у нас величина. Или, как мы понимаем, 4,55% прирост. Темп прироста. Давайте быстрее. Да, хорошо. Давайте помедленнее, быстро объясняйте, ничего не понимаю. Да, бывает. Откуда эти голоса? Так, хорошо. Продолжаем. Значит, это у нас получается, мы посчитали темп прироста 2013 год, и сейчас идем считать темп прироста, тут надо найти среднегодовой темп прироста, реально в...
Но. Так. Что там у нас в видео? Для начала мы что делаем? Берем, говорим, пусть у нас, допустим, было 100, да? Это у нас, соответственно, ВВП нулевое. ВВП 20, то есть через 20 лет у нас, соответственно, 100 плюс 10 умножить на 20. То есть раз тоже 20 лет по 10, это получается 300. Чтобы нам теперь найти среднегодовой темп прироста, что нам мы делаем? Мы берем 300, делим на 100, получаем темп роста. Вот эта штука, это темп роста за 20 лет. Просто за 20 лет. Значит, тогда получается, эту величину мы берем в корень 20 степени, и потом еще отнимаем единичку. И в итоге получаем что-то типа 0,056 или 5,6%. Это у нас получается опять темп прироста среднегодовой. Вот, здесь мы примерно закончили, и идем дальше, и теперь графики рисуем. Значит, график первый, который мы нарисуем, это как изменялся ВВП, в принципе, во времени. Все очень просто. У нас есть время, у нас есть ВВП, и в первом случае уравнение будет такое. YTT равняется 100 плюс, получается у нас 10T, то есть мы растем со скоростью 10, вначале у нас было 100, ну и понятно, через 20 лет мы будем сколько здесь? Будем 300. Вот как-то вот так. Если же мы под буквой захотим G нарисовать, не F, а G, да, то здесь нам нужно... Так. Здесь нам нужно посчитать уже немножко по другой формуле. У нас теперь YT будет равняться по сложным, формуле сложным процентов. 1 плюс, ну, у нас скорость роста какая? Планировалось, да? Не знаю, как планировалось. Планировалось все вот так должно было расти. Соответственно, это получается 100 умножить на 1,1t. То есть опять мы начинали бы со 100, но, конечно же, это у нас функция уже далеко не линейная и растет на немножко по-другому, а именно примерно вот так. И через 20 лет мы должны были бы дойти до, ну, приблизительно 672,5. Ну, это можно уточнить, кому-то сказать, число не вызывает доверия. Вот. Вообще непонятно, что это. Давайте быстрее. Какие-то голоса слышу, непонятно откуда. Так, ладно, хорошо. Значит, смотрите, 672,5. Это у нас получается... Да, несложно. Так, хорошо. Идем теперь дальше по букве D. Нам вот как раз-таки уже нужно вспомнить то, что мы вначале смотрели с вами. То есть было соотношение, когда они только планировали все, ВВП к долгу вот такое. Должно было стать новое ВВП к новому долгу 3 раза больше, чем было. Давайте попробуем сейчас посмотреть. Вот нам нужно посмотреть, насколько у нас изменилось само... сам госдолг как менялся. То есть нам говорят, что они планировали следующее, что вот они-то как бы не знали, сколько у них, точнее планировали, что у них вот ВВП новое будет вот такое, да, вот изначальное. Они не знают, что все пойдет наперекосяк, да, они думали, что вот будет расти на скорость 50% в год, вот примерно так будет ВВП через 20 лет, и они думали, что долг тоже будет примерно там вот такой. И они думали, что эта величина будет в 3 раза больше, чем, соответственно, изначальное отношение. Вот отсюда это важно сделать, чтобы мы нашли соотношение между долгом, то есть, как видите, их нулевые удаляются, и получается, что D20 равно 2,24 D нулевое. Это важно, потому что вот именно такое изменение долга они предполагали. А теперь, раз мы это знаем, мы легко можем сказать следующее, что опять было, получается, у нас соотношение Y нулевое на D нулевое, а стало соотношение следующее. Стало у нас Y20 на D20. И вот эта величина, смотрите, у нас же уже не 1,1,20 на нулевое, как планировалось, а просто в 3 раза выросла. А в долг вырос, ну, предполагаем, столько же, как после задачи, как они и планировали, он должен расти. И мы здесь видим, что 1,34
и одновременно нулевое. То есть получается, что вот это отношение ВВП к долгу выросло в 1,34 раза, да, вот новый период, да, как по сравнению с тем, что было, а не в 3, как хотели. Вот это ответ как раз на букву D. И под буквой Е мы решим примерно таким образом. Смотрите, нас спрашивают, устойчивые долгосрочные темпы прироста получилось или не получилось? Мы говорим, что не получилось, потому что устойчивый долгосрочный темп прироста означает, что у вас каждый год примерно вот этот темп прироста не сильно варьируется, но он как бы он держится на каком-то уровне. В нашем случае мы видим, что он на самом деле падал, потому что в первый год у нас, помните, было 100 изначально, во втором году у нас, соответственно, выросло на 10, мы договаривались, то есть темп прироста, ну это можно посчитать аккуратненько, да, 10%. Это у нас, соответственно, ну можно сказать, за первый год выросло вот уже. Вот, ну, на самом деле, здесь лучше, наверное, корректнее говорить не в первый год, а в нулевой, наверное, давайте, наверное, все-таки, так скажем, то есть у нас получается, чтобы быть до конца честными, мы скажем так, что у нас за первый год выросло, да-да, попробуем сейчас, первый год, нет, давайте так, нулевой год. Ну, типа, в начале было 100, а дальше у нас, соответственно, в первый год выросло 10, то есть темп плюс 10%. Соответственно, по втором году, соответственно, у нас, ну, давайте не во втором году, а уже в 13-м, как мы хотели, да? Мы уже нашли это, помните, под буквой А, что в 2013 году, то есть я бы сказал так, в 2012 году у нас было, как мы уже доходили до этого, 220, в 2013 году было уже 230, то есть темп прироста был уже 4,55%. Ну и могу поставить последний год, то есть, допустим, смотрите, получается у нас через 19 лет, да, то есть, у нас получается через 19 лет было 100 плюс 10 умножить на 19, то есть 290, через 20 лет. Через 20 лет было 300, то есть темп прироста за 20 год. Давайте так. За 20 год, также правильно писать, наверное. У нас получается 300 минус 290 поделить на 290. Это у нас приблизительно получается 0,0345 или 3,45%. Итого получается, что мы начали с 10% роста, потом было у нас 4,55 и закончилось 3,45. Вот это означает, что у нас устойчивый долгосрочный темп прироста реального ВВП не удалось удержать. Но опять же, зависит от страны, для некоторых стран, в принципе, это тоже нормально. В принципе, с точки зрения вот именно здесь базового уровня у нас было падение, поэтому устойчиво, можно сказать, не получилось. Вот примерно и все. Начали понятно, закончили непонятно. Да, бывает и такое. Быстрее можно было, бывает. Все круто, все.